В дежурную часть города Артема поступило сообщение, что в районе дома номер 15 на площади Ленина собралась группа автолюбителей, которые нарушают правила дорожного движения. На место прибыли сотрудники госавтоинспекции. На автопарковке полицейские обратили внимание на автомобиль Toyota Mark II, водитель которого беспорядочно двигался, тем самым подвергая риску граждан, находящихся неподалеку. Для остановки транспортного средства, водитель которого нарушал общественный порядок, сотрудники госавтоинспекции применили звуковые и световые сигналы патрульного автомобиля. Водитель иномарки остановился, вышел из салона и попытался скрыться бегством. На неоднократные требования остановиться не реагировал. Гражданина все же задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Его привлекли к ответственности по 4 статьям административного кодекса. Решением суда правонарушителю назначено наказание в виде административных штрафов. Полицейские также составили 29 административных протоколов в отношении других участников несанкционированного мероприятия. Полиция напоминает о важности гражданской позиции общества в вопросах профилактики грубых нарушений правил дорожного движения. Каждый человек должен понимать, что для прогулок, активного отдыха и развлечений отведены специальные места. Люди рискуют своей жизнью и здоровьем, не осознают истинной опасности своего необдуманного поведения, позволяют себе демонстративно нарушать правила дорожного движения. К таким нарушениям относят, в частности, организацию и проведение незаконных уличных гонок, превышение установленной скорости движения, совершение опасных маневров и несоблюдение правил перевозки пассажиров. По всем выявленным нарушениям полиция незамедлительно проводит проверки. Виновных привлекают к установленной законодательством ответственности.